ветерану Великой Отечественной войны, сегодня исполнилось 93 года. Тамара Константиновна Романова родилась 2 сентября 1927 года. Ей было 14 лет, когда началась Великая Отечественная. В 1943 Тамара Константиновна попала в партизанский отряд имени Пономаренко в бригаду штурмовая деревни Лошаны. Там она стала настоящим бойцом и участвовала в реальных боевых действиях. В октябре 1944 Тамара Романова вернулась в родной Орел. За партизанскую службу награждена орденом Отечественной войны, медалями за боевые заслуги и за победу над Германией. Сегодня Тамара Константиновна принимает поздравления. Ей 93 года. Цветов, поздравительный адрес. Спасибо. От мэра. В 1970 году Тамара Константиновна вместе с дочерью переехала в Магаданскую область. Работала директором школы в Усть-Омчуге. Спустя 5 лет перебралась в город, чтобы возглавить Магаданскую школу-интернат. Сейчас Тамара Константиновна проживает с дочерью. Здоровье в порядке, передвигается сама и готова принимать гостей.